По прогнозам синоптиков, выходные будут пасмурными, вероятны снегопады. Температура воздуха днем 13-18 градусов мороза, ночью температура без изменений. Атмосферное давление 752-754 миллиметра ртутного столба. При относительной влажности воздуха 73-74%. Возможны слабые геомагнитные бури. 21 января во всем мире отмечался один из самых необычных праздников – Международный день объятий. Этот праздник родился в США, но быстро стал популярен во всем мире. Ведь что может быть лучше теплых объятий? Под конец выпуска новостей смотрите рубрику «Экспресс-камера». Наш корреспондент выяснял, любят ли жители Одинцова обниматься. Ну, с родственниками в основном. А больше с кем я могу обниматься? А можно с вами обняться? Пожалуйста. Мама с папой, с мамушкой. Да, с усилием. Он сейчас только удалился. С женой, да, конечно. А с вами можно обняться? Да, пожалуйста. Естественно, я своими сыновьями обнялась. Нравится. А можно тебя обнять? Можно. Спасибо, спасибо. Обожаю. Обнимаюсь ежедневно, с утра натощак и вечером перед сном. А можно я вас обниму? Можно. Дочку и маленького, эту, правнучка. Вот я бы обняла. А как часто вы их обнимаете? Ну, как бываю у них в гостях, так и обнимаю. Да. А можно вас тоже поздравить с этим праздником? Пожалуйста. 15 раз в день. 15 раз в день. А с вами можно? Спасибо, с праздником вас. Вас тоже с праздником. Обнимайтесь чаще и следите за новостями. Информационный выпуск на этом завершен. Вы узнали о главных событиях в жизни Одинцовского района. Я, Святослав Савенков, с вами прощаюсь. До новых встреч на канале ОТВ.